помню, как зовут. Так, у нас еще одно включение к нам на прогулку присоединилась Луна. Но она что-то сегодня с характером, на Татошу уже нагавкала. Но надеемся, что все будет хорошо. Луночка, ну ты че? Луночка, красавица. Ну, давайте, пойдемте в центр площадки. Челси, пойдемте, пойдемте. Ну, ну, красавцы, давайте, пойдемте в центр площадки. Пошли, Татоша, пойдем. А Татоша-то обрадовался, а ему сразу в пятак чуть ли не... Пойдемте, Луна, конем, пойдем. Луна, Татоша, иди сюда. Татоша, Татоша, ну, иди. Не ожидал ты от Луны, что скандал устроит? А Челси вон радуется всем приходящим собачкам. Ну что это, Луночка у нас? Ты что у нас такая красавица? Ну, ты что такая? Тебе не идет, ты ж такая добрая. А может, она скучает по хозяину? Может быть, по хозяину скучает. Хозяин уехал и вот передал своему другу прогуливать. Пойдем, Луночка, пойдем. Ощущением, она и на меня больше любит. Ну, может быть, ревнует. Ничего, ничего. Вот я вам просто сразу сказал, поводок снимите, и все поменяется. Это меня еще 8 лет назад научил один мужчина. Он говорит, поводок очень сильно, ну, влияет на, когда собака на поводке, особенно девочка. Идите, гуляйте. Не, просто обычно в сказке-то ладно, мы тогда еще не знакомы были. А там-то собака, с ней дружили-то сколько, ни разу не было. А там прям все набросили. Ну, когда-то бывает первый раз. У нас тоже вот мы... Уже сколько снимаем роликов-то у нас полно с Луной. С Луной полно роликов. Сегодня мы даже не ожидали, что двух подружек встретим. И вот еще Луночку. Ну ничего, ничего. Все будет нормально. Вот такой у нас спокойный ролик. Как ни странно, очень спокойный. Все, обнюхиваются. Сейчас мы на паузу немножко поставим. Побудем на паузе. Если они побегают, то мы... Тогда нормально, я не снимаю. Так, ну, Лунка, ну, Лика, иди, иди, покажи личик, покажи мордочку. Да, сейчас. Она все, сейчас будет доброй. Она и так добрая, это она так просто прикидывается, да? Челси, скажи, Луна, ты что сегодня, не с той ноги встала, что ли? А? Не с той ноги? Ну, давайте, вперед, вперед, Татоша, вперед, вот вперед. Вперед, вот давайте, вот это другое дело. Давайте, Татоша, ну показывай, показывай. Где ты там? Показывай. Вон, а чес это, ей только бы и побегать. Ей только побегать. Да. Морозец потихоньку крепчает. Вот. Скоро, наверное, и снег ляжет. Покров уже был. Вот, покров был. Это массаж. Это у нас Челси. А это у нас Татоша. Вот такой вот у нас незамысловатый вечерний сюжетик. Да? Еще раз на паузу поставим. Подождем, 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 подождем. Ну. Так. Вот так вот. Вот так. Ну ладно. Всем хорошего, доброго вечера. Тихо, 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 Луна. Тихо, нельзя, не ругайся. Татоша у нас тоже может заругаться. Не ругайся, это Татоша. Это твой Татоша. Твой знакомый Татоша. Осторожней, чтобы Луна не приревновала. А то они такие ревнивые. Да? Все, Татошу обнюхали. Там все нормально у нас. И все. Ладно. Всем хорошего настроения. Пока.